вообще должно быть. Я ни о чем думать не хочу, хочу просто жить свою жизнь, делать свои дела, загорать. Может быть, это пользоваться им, пока есть такая возможность. В плане волшебства, как машинка для секса. Ну а что, и не вкладывать жизнь? Функций особо-то и нету. Я слышала, как вы орали. Я думала, ты стонешь. Нет. Сначала он облил меня йогуртом. Я должна была пойти в душ, он засунул меня в одежде. Сам разделся, снимал все на камеру. Трёс своим болтом. Он вылил на меня гель. Я украла у него телефон, он украл у меня. Потом он лег и сказал, я хочу с ним поговорить нормально. Он просто меня передразнивал, вел себя как полудурок, обиженный мальчик. Взял пистолет, сказал, если я буду ему мешать, будет в меня стрелять. Стрельнул один раз, я украла у него пистолет, стреляла в него. Потом мне сказал, что сожгу его одежду, взял зажигалку, пытался подпалить его одежду. Он пытался спрыгнуть в окно, вылезти. Я его достала из этого окна. Потом мы вроде бы легли в кровать. Потом он снял меня. Я просила его удалить видео. Он сказал, либо должна стоять на колени, либо сделать оральные ласки, либо заплатить ему денег, либо он пойдет в женскую. И ты какой вариант выбрал? То, что понравилось, ему больше был по душе. Его надавило все видео.